Здравствуйте, с вами Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре автомобильный набор инструментов от компании Sigma, SigmaGrad 60-04-305, набор на 171 единицу. Это новинка от компании Sigma. В данной комплектации раньше наборов в линейке наборов Sigma не было. Коротко, Sigma — это украинский бренд, офис находится у них в Харькове, фирма существует с 1994 года. Заводы по производству находятся в Китае. Выпускает как и профессиональный инструмент, полупрофессиональный и бытовой. Данный набор относится к инструменту бытового класса, то есть для домашнего применения. Перейдем к обзору. Между двух крышек идет такой вот поролон. Тут он не тонкий, кстати, довольно-таки толстый идет, потому что есть наборы, в которых поролон вообще просвечивается. И начнем с трещоток. Три рабочих квадрата, 1,4 дюйма маленькая трещотка, 3,8 средний квадрат и большой 1,2 дюйма. Трещотки в наборе идут на 45 зубьев. С реверсом, быстрый сброс и фиксация. Длина трещотки под 1,2 дюйма составляет 255 мм, 3,8 дюйма 220 и маленькая трещотка 160 мм. Рукоятки на трещотках комбинированные, резина-пластик, ну или более, сказать, правдоподобно, прорезиненный пластик. То есть черный цвет — это у нас пластик, и сверху вот такой вот идет резиновое или напыление, резиновые вставки зеленого цвета. Надпись на трещотках «Град», логотип CRV, то есть производитель указывает инструмент хром-ванадиевая сталь на 24 зуба. Трещотки разборные, на двух винтах, можно обслужить внутри трещоточный механизм. Далее, Т-образные воротки. Два воротка в наборе, под 1,4 дюйма вороток с плавающей головкой и вороток под 1,2 дюйма 250 мм. Под 1,2 он также служит, как и удлинитель, 250 мм. Переходник можете использовать для перехода с 3,8 на 1,2. То есть на трещотку 3,8 одеваете и вставляете сюда головку под 1,2 дюйма. Такая вот универсальная конструкция. Еще есть удлинитель под 1,2 у нас. Это на 125 мм. То есть два удлинителя под 1,2 дюйма. 125 и 250. Под 3,8 у нас удлинитель 1, длина 125 мм. Под 1,4 у нас 2 удлинителя, 100 и 50 мм. И 2 Т-образных воротка. Отверточная рукоятка. Длина 150 мм, ручка полностью пластиковая. Есть присоединительный квадрат, можете сюда подсоединить или трещотку, или вороток сверху. То есть получаете такую конструкцию. Также еще дополнительный удлинитель можно вставить. Данная отверточная рукоятка применяется в наборе. Биты, которые уже идут у нас с адаптером, вот такие. Получаем отвертку. Или вы можете применять с головками под 1,4 дюйма. То есть под труднодоступные места где-то. Длина 150 мм. Свечные головки. Три свечные головки. Получается одна 16 мм. Внутри есть резиновые вставки под квадрат 1,2. И две головки под 21 мм. Только одна под 3,8, другая под 1,2. То есть два одинаковых размера под разные квадраты. Карданы для труднодоступных мест под 1,2, 3,8 и 1,4. Карданы здесь скреплены металлическими вставками. Я уже повторялся, есть карданы с заклепками. Есть карданы на винтах, но это более профессиональные наборы идут.
Так, головки. В наборе шестигранный профиль. Головки короткие, головки торс и головки длинные. Начнем с головок коротких. Под 1,2 дюйма у нас 17 головок, 2 ряда. Самая маленькая у нас 10 мм. Самая большая 32 мм. Это под 1,2. Шестигранный профиль. Вес головки 32 мм составляет 190 грамм. Под 3,8 дюйма ряд головок 10 штук. Самая маленькая у нас идет на 10. Самая большая 19 под 3,8. И под 1,4 дюйма 13 головок шестигранных. 4 мм самая маленькая. Самая большая на 14. Головки торс. Общее количество 13 штук. То есть Е-профиль торкс. Самая маленькая Е4. Самая большая здесь Е24. Битодержатели. В наборе 3 битодержателя под 1,4 дюйма, 3,8 и 1,2. Под 1,4 у нас 2 вот таких контейнера. Они из набора вынимаются. Общее количество здесь 20 бит. Шестигранные, торкс, торкс с отверстием и шлицевые. Выбираете нужную биту, вставляете переходник, ну а дальше или трещотка, или вороток по выбору. И также 3,8 и 1,2. Также биту вставляете нужного размера. Под 1,2 у нас бит 24 штуки. Шестигранный профиль, торкс, торкс с отверстием, крестообразные и шлицевые биты. И биты под 1,4 дюйма также идут еще с адаптером верхней крышки. Они располагаются. Общее количество 30 бит. И, кстати, все биты, головки в наборе подписаны согласно своих размеров и ячеек, в которых они находятся. Так, головки длинные. Общее количество 18 головок. Самая маленькая на 4 мм, 6 граней. Самая большая здесь на 22 мм. Также шестигранная. И набор Г-образных ключей. Шестигранных. Так, по комплектации набора все. Как я повторюсь еще раз, инструмент это бытового класса для домашнего применения. Но несмотря на то, что это не профессиональный набор, инструмент довольно качественно изготовлен, то есть отполирован и нанесено защитное покрытие на головки и трещотки, то есть на весь инструмент. Покрытие матового цвета. Гарантия на инструмент Sigma составляет 1 год. И также хочу отметить кейс. Кейс идет с металлическими замками. Широкая завица соединяет, то есть две крышки, и также внутри есть металлический штырь. И теперь как держится у нас инструмент в верхней крышке. Хорошо защелкивается. Также поставим плюс. Вес набора составляет 8,5 килограмма. Ширина кейса составляет 46 сантиметров, длина 34, высота 9 сантиметров. Ну и сверху идет такая упаковочная коробка. Показано 3 рабочих квадрата, трещотки на 45 зубьев, 171 единица. Спасибо за просмотр нашего видеообзора, за комментарии и подписку на канал. Получайте хорошие скидки в нашем интернет-магазине. Ну не забудьте об этом упомянуть в заказе. Спасибо, до свидания.